Квартира Олега Васева находилась прямо под эпицентром взрыва на улице Зеленая, 16. После происшествия его жилье было практически полностью разрушено. Удалось спасти только одну сумку вещей. Остальное имущество пострадало в результате пожара и залива водой. У нас были нарушены целостность потолков, плит. Вот, ну вот как сейчас оказалось, это уже экспертиза, да, вот рассказывают сейчас строители, что и нижние полы были треснуты. Взрыв был такой силы, что рухнули перекрытия между 8-м и 9-м этажом, разрушился фасад здания. От ударной волны сложились стены двух квартир, а обломки кирпичей разлетелись на много метров вокруг. С момента взрыва на месте без остановки работали сначала спасатели, а теперь строители. Бригада инженеров разработала план по реконструкции. Сейчас идет второй этап восстановления дома. Это были трещины шахтиста. Вот сейчас они инъектированы. Это вот та трещина, которая ушла у нас сюда, да? Как раз снизу, сверху, самый низ. Строители трещину закрыли и теперь укрепляют шахту лифта. Чтобы восстановить несущую способность всех перекрытий дома, рабочие установили временный скелет, натянули металлические тросы. И теперь в кирпичный каркас через дренажи заливают бетон. Вы видите как раз вот здесь межэтажные перекрытия. Отсюда начались межэтажные перекрытия, которые были обнаружены трещины. Здесь заменено одно из них. Сейчас восстановлены все межэтажные перекрытия. Рабочие заново выстраивают наружные и внутренние стены, монтируют кровлю. В ближайшее время начнется капитальный ремонт системы газоснабжения. Строители опережают график на 10 дней и обещают, что 25 августа жильцы смогут вернуться в свои квартиры. После взрыва на Зеленой, 16, в городе проводится проверка и реконструкция всех газовых систем. Этот вопрос подробно обсуждали на круглом столе. Принято решение, что в рамках проведения капитального ремонта мы будем устанавливать газовые анализаторы, включая их в состав работ для предотвращения таких случаев. Но есть жители, которые не рады капитальному ремонту жилья. Кто-то считает, что в этом нет необходимости, а кто-то боится повреждений своей квартиры во время строительных работ. Мы лучше еще раз вас проконсультируем, но, пожалуйста, относитесь к этому с большим вниманием, потому что замена газового оборудования, именно работы капитального характера, они важны для вашего здоровья, просто их надо сделать, иначе это будет небезопасно. Сейчас Олег со своей женой и детьми живет в съемной квартире, которую оплачивает администрация города. Он надеется, как можно скорее вернуться в родную квартиру и начать обустраивать быт заново. Александр Гузаев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.